Меня зовут Николай Соколов. Сегодня мы посмотрим с вами небольшой гитарный лик на ми минор. Ми минор гармонического вида. Здесь мы с вами начинаем играть. Значит, гамма получается у нас играется на аккорд. Можно этот лик играть, в принципе, вначале использовать какие-то аккорды. Например, я использую обычный аккорд ми септаккорд. И добавляю туда большую сексту в минор. Достаточно интересно звучит. В принципе, но единственное, что когда обыгрываю, я ее не использую. То есть это получается как дорийская нота, то есть шестая повышенная в миноре, вы знаете, это дорийский минор. Так, значит, пассаж у нас начинаем, мы его играть с седьмого лада. Сыграли его, значит, это получается 7, 8, 10. И сделали с вами слайд на 11 лад. Потом первым пальцем приходим на 7 лад, ставим малое барре и перекатываем здесь. Здесь очень важно иметь в виду, что играть не прыжками пальцы делают у нас, и мы перепрыгиваем, а палец сразу же ставим так, чтобы у нас перекатывался, сохраняя движение, легатное движение. Вот. Дальше мы играем. Можем с вами сыграть обратное движение, получается ля, ля, соль, фа, диез, 10, 10, 8, 7. И дальше используем эту вот гармоническую нотку. Ре, диез, которая. Значит, смотрите, еще какая маленькая тонкость с ударами. Обязательно, чтобы пассаж получился у вас, нужно использовать правильный удар, иначе будет все очень сложно и непонятно играть. Пассажик этот мы с вами будем играть не с сильной доли, а со слабой. То есть получается здесь... То есть мы должны с вами на сильную долю прийти в ноту Си. Это у нас сильная доля. Для того, чтобы мы в нее пришли ударом вниз, нам математическим способом нужно рассчитать удар так, чтобы в седьмой лад мы пришли этим ударом. То есть это получается каким? Если удар вниз, получается вниз, вверх, вниз, вверх и вниз. Соответственно, пассаж можно, значит, начинать с удара вниз. Если бы мы пассаж начали, если бы, допустим, представим на секундочку, у нас бы не было четырех нот, а три ноты были бы. То есть, если бы мы играли так, то тогда в этом случае мы бы с вами начинали обязательно играть с удара вверх. Понимаете? Итак, значит, мы выяснили, что мы начинаем с удара вниз. Но здесь еще один маленький нюанс вам будет с вами. Смотрите, когда мы делаем слайд, всегда, не только в этом пассаже, в любых других пассажах, то сама пульсация в правой руке, она у нас должна сохраняться для того, чтобы мы сделали правильный штрих. Значит, здесь мы играем с вами вниз, вверх, вниз, и затем делаем слайд, но удар у нас при этом сохраняется, как будто бы мы играем удар вверх. То есть получается вниз, вверх, но при этом слайд. И приходим на удар вниз. Все правильно сделано. Дальше играем вниз и играем лады 10, 8, 7. Но при этом мы делаем слайды. Вниз, вниз удар сыграли. Вверх, вниз. Штрих у нас в голове сохраняется. Затем дальше мы играем 9, 8. Удары вверх, вниз. Потому что у нас же надо сохранить штрих. Здесь, значит, мы с вами сыграли обыкновенный минор. В конце приходим на ре диез, на гармоническую ноту. Чтобы вы знали, гармонический минор — это обыкновенный минор с повышенной седьмой ступенью. Значит, с седьмого на шестой лад мы с вами уходим слайдом. Дальше переходим на тритон, играем вторым мизинцем делаем хаммер 7-9, как будто бы вниз, потом вверх. Вверх мы удар не играем, но думаем о нем. Затем дальше играем 8-9. Сыграли тоже 8-9, тоже хаммер. И затем приходим с вами 7-8-10. Медиатором вниз, вверх, вниз. Пришли сюда 8-7. И возвращаемся к ноте ми. Здесь у нас получается 8-7. Здесь у нас идет 10-8-7.
вверх, вниз, вверх. Обязательно следите за ударами. Сюда приходим, мы играем удар вниз. И дальше играем арпеджио минорно. Концовка. У нас получается вот этот момент. Можно сыграть несколькими способами. Первый способ — это перекат пальца, когда мы ставим палец и перекатываем его. Очень важно перекатить палец. Не просто перепрыгнуть с места на место, а именно сделать перекат. Почему так важно? Потому что если мы сделаем с вами отрыв, то это получится отрывистые ноты, то есть стаккато. А нам нужно все сыграть связано, легато. Мы сыграли. И затем переходим к гомообразному пассажу. Сыграли. То есть получается у нас соль, фа диез, ми. Итак, дальше отсюда мы играем арпеджио. Ну, для того, чтобы более яркий пассаж выглядеть. Значит, это, в принципе, свиповое движение, которое вы можете сделать. Это обыкновенный септаккорд минорный. Здесь мы играем с вами, смотрите, получается 7-10. Удар вниз, потом хаммер, затем опять удар вниз на 9 лад, на 4 струну. Потом идет здесь 7-9 хаммер. И отсюда у нас идет лесенка. Вот мы сыграли. Дальше, по сути дела, завершение может нам служить вот эта нота, 10 лад, нота ре. Но эта нота, она у нас не последняя, то есть у нас еще есть нота ми. То есть мы можем ее сыграть. Либо эту нотку можем сыграть. Сюда тэппинг сделать. Вот. Либо же сделать до ноты ми все левой рукой. Вот. И здесь добавить ноту ля. Нота ля здесь, она не входит в состав септаккорда ми, соль, си, ре. Нота ля у нас является квартой аккорда ми минора. Вот. И достаточно интересно слушается в таких арпеджио. То есть поэтому, в принципе, и нота ля должна, то есть ту ноту, которую вы хотите сделать тэппингом, она должна входить в состав аккорда. То есть либо, если это может быть какой-то модальный аккорд или альтерированный какой-то аккорд, но самое главное, чтобы та нота, которую вы будете тэповать, которая у вас будет на самом верху, она должна обязательно входить в состав самого септаккорда. Если она не входит, то это будет лажа у вас получается. Вот. Значит, здесь получается у нас нота ля, она входит просто в состав гаммы. То есть она у нас получается ми. Вот она у нас нота ля. Вполне нормально звучит. Здесь мы с вами играем с хаммера. Вот мы их сыграли. Затем сделали тэппинг. И назад возвращаемся. По тем же самым ноткам, но уже удар вверх. Здесь мы играем. Мы сыграли с вами. Потом делаем сюда пул. Обратите внимание, когда вы делаете пул, когда играете движение вверх, то всегда первый палец у вас держит нижние струны, ну точнее вот эти вот, первый со второй, тонкие струны, для того, чтобы они не дали вам призвука при пуле. То есть, если вы будете делать пул, вот я сделал пул, и у меня звучат другие ноты. Для того, чтобы этого не было, первый палец просто мы оп, вот так опрокидываем, смотрите. Только третья струна звучит. И если сделаю пул, то у меня звучит только третья струна. Это очень удобно. Ну и в конце ставим аккорд. Получается такая интересная достаточно фраза. Попробуйте ее поиграть, что-то свое поэкспериментировать, придумать. Можете какую-нибудь ноту свою добавить здесь, например. Например, не ля, а, допустим, соль. Вполне тоже красиво будет получаться. И какие-то ноты можете свои сюда добавить. Успехов! Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, записывайтесь на уроки в скайпе. Пока!